по предварительной информации, сегодня, 24 марта 2019 года, в 10 часов 20 минут на 122 километре автодороги Санкт-Петербург-Ручьи Кингисеппского района Ленинградской области водитель, мужчина 1969 года рождения, управляя транспортным средством Ford C-Max, совершил столкновение с транспортным средством Cherry Tiggo 2 под управлением мужчины 1983 года рождения, двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, а также три пассажира автомашины Ford, две женщины 1972 и 1999 года рождения и несовершеннолетний ребенок, мальчик 2015 года рождения, находившийся в детском удерживающем устройстве кресла, и два пассажира автомашины Cherry, мужчина 1980 года рождения и несовершеннолетний ребенок, девочка 2007 года рождения, находящаяся в детском удерживающем устройстве. Все пострадавшие доставлены в больницу города Кингисеппа. Одной из возможных причин данного ДТП явилось отсутствие силовых ограждений, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений.